Сразу в нескольких районах области зафиксировано вылупление первых личинок саранчевых, а конкретно в Иргизском, Угалджарском, Уйлском, Байганинском, Шалкарском, Темирском, Кабдинском районах. Явление пока не приобрело массового характера, но уже в первой декаде июня вредители полей могут нанести серьезный урон посевам. Работы по обработке полей начались 15 мая и ведутся по сей день. Государственные закупки препаратов, необходимых области для химической обработки против саранчи, проводились за счет республиканского бюджета. На сегодняшний день уже обработано 10 500 гектаров. По итогам государственных закупок общее количество техники, необходимой для химической обработки, составило 105 единиц. Из них 64 поверхностных вентиляционных опрыскивателя, 24 аэрозольных генератора, 12 единиц легкой авиации и 5 сверхлегкой. В этом году в мониторинговой работе против особо опасных и вредных организмов задействованы 273 проверяющих. Из них 82 штатных специалиста, 65 за счет республиканского бюджета и 126 проверяющих через Центр занятости.